Перед тем, как начать, хочу посоветовать неплохой паблик «Покажи свой скилл». Адекватные игроки 18+, регулярное обновление сервера, бонусы Steam игрокам, низкие цены на привилегии, а также движок RehLDS, приватные дичитерские базы и прикольная плюшка на сервере, петушкам Sound ESP рисуют рандомные квадраты даже в небе. Очень забавно, заходите. Приветствую, друзья, с вами Паркер, очередной обзор на очередного софтера. Сегодня у нас специальный гость. Встречаем нашу героиню, Сьюзи-домохозяйка. На самом деле это Настя. Вот еще одна фанатка ColorCube, Brothers.com и прочего порно. В общем, можно просто Стася. Ну, или, как я уже сказал, Сьюзи. Вот она у нас лепит хайлайтики, жесткая, паблик трепещет от нее. Вот, но оказывается, секрет раскрыт. Все дело в генах. На самом деле у нее просто брат-киберспортсмен. Вот и все объяснение супер, реакции, там, не знаю, супер наводки и контроля прицела. Вот, давайте посмотрим моменты. Давайте посмотрим. Смотрите, здесь у нас видно залипание, видите, да, по первой модельке, как она у нас пробежала. Вот, ну и все, тут, блядь, чулки порвались, нахуй, стрелка пошла, ну хуй, на целый день на кухне борщи готовила, ёб твою мать, устала. Следующий момент, внимательно смотрим, здесь опять корректировочка в данной ситуации, смотрите, что у нас происходит. То есть в 1/4 сейчас вот это все дело, да, смотрите, моделька у нас бежит, такая, оп, левее, влево отходит, видели, да, моделька чуть-чуть начала стрейфиться, и прицельчик идеально провожал ее. Ну, то есть это все как бы мы понимаем, это примерно как была у нас еще одна прошмандовка, это как ее, блять, микроледи, да, но это что-то похожее на самом деле, ну, только помяснее гораздо, то есть она, видно, что мясная, пиздец. Вот, она просто априори не может давать таких голов. Здесь, смотрите, видно, сейчас будет опять залипание. Смотрите, ук, дважды. Дважды было залипание. Вот, вы видели, как прицел залип в двух эпизодах сейчас в этом моменте. Вот, следующий момент. Давай, ну что ты в небо-то смотришь, красавица? Ну, что ты там не видел, это, ёпта. Ну и здесь вообще палевный момент, опять упал, опять чулки, блять, сука, опять стрелки, ебаный в рот, опять идти в магазин ей придется. Смотрите, да, она стреляет в одного, как только моделька падает, тут же прицел кидает на вторую. Это все в 1/4. То есть человек просто не в состоянии за микросекунду обдумать свое решение и понять, что, моделька-то упала, нужно уже перевести прицел на нового enemy. Ну, Сьюзи-домохозяйка у нас, блять, как бы другого мнения. Ну и вот еще один момент здесь сотый, как бы, ну, вообще, блядь, даже говорить не о чем. Вот, девочка бегает, смотрит в пол, но тем не менее, блядь, идеальный точный контроль и охуительное просто залипание прицела на модельках. Вот, постоянно одни головы в основном. Очень часто, в принципе, она и не в голову убивает, но контроль просто изумительный. Блять, Сёма, сука, Пейнтзор, ну просто бы ей обзавидовался, я честно вам говорю, Пейнтзор, ну ни о чем по сравнению с этой тёлкой. У нее всегда попадание по моделькам, всегда засчитывает, она просто 2-3 пули, это 100% килл. Она не убивает только тогда, когда не успевает выстрелить. Здесь это опять залипание было, то есть, ну и у нее привычка такая, она бегает и садится всем на лицо, видимо, чувствует свою доминантность, смотрите. Моделька подпрыгнула и прицел залип. То есть это не... Прицел поднялся не от отдачи. Вы это прекрасно понимаете, что моделька там подпрыгнула и прицел залип. Еще один момент. Моделька стрейфится вправо-влево. Сейчас в 1/4 мы с вами разберем. Ну, тут и еблет немножко подрихтовала. Видимо, конкуренция все-таки на сервере. Смотрите, моделька стрейфилась вправо-влево, да? Идеальный контроль и подводочка прицела. Это все в 1/4, и с реальной скоростью так сделать невозможно. Если, конечно, ты не Пейнтзор, блядь, под феном, я не знаю. Если Пейнтзор под феном, так сможешь сделать, окей. Но не, явно не девочка, блядь, которая бегает с прицелом в пол. Здесь вот было залипание, видели, да, на хитбокс ноги, бедра, так сказать даже. Залип прицельчик. Ну и смотрим, здесь опять у нас... Ёб твою мать, так, ты опять не принес мне, блядь, картошку, блядь. Ну, пиздуй в магазин. Вот смотрите, внимательно сейчас что будет.
Сейчас у нас и опять идеальный контроль. Просто идеальнейший контроль. Там так вот контролить просто вот нереально. Смотрите. Видно, что прям микроподводка прям идеально точно следует за моделькой. Так, ну и последний момент. Давайте посмотрим. Это сотый момент на самом деле. Сейчас посмотрим. С обычной скоростью и в 1/4, как обычно. Вот. Но это такой момент, что здесь даже и в повторе-то, собственно говоря, не нуждается. Сейчас вы все прекрасно увидите сами. Я думаю, вы уже поняли. Но для тех, кто не понял, сейчас я немножко поясню. Смотрите, выбегает первая моделька. Вот. И она должна была вправо рефлекторно выстрелить. Не вот эта моделька, следующая, смотрите. Но выбегает третья моделька. И прицел резко кидает влево, смотрите. Все. ГГББ. После этого момента тебе нужно идти на кухню. Тём, тебе тот момент уже объясняли, на что ты ныл и говорил, что это не тот момент. Хотя весь сервер мне доказывал, что это именно тот был момент. Чё сказала, хуй её знает. Ну ладно, ну а с вами был Паркер. Удачи вам, любви и терпения. До скорых встреч.